Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Hyundai AX35 2014 года выпуска. Двигатель 2 литра, бензин, полный привод. Коробка автомат. Пробег на автомобиле 90 тысяч километров. Заменю на нем свечи зажигания. Свечи использовать буду оригинальные. Открываю капот и добираемся до свечей. Сдую пыль. Нажимаю фиксаторы. А перед тем, как нажать, их надо сначала вывести вверх. Ну и теперь откручиваем 4 болта. Поднимаем катушки. Сухая. 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 Отлично. Влага не попадает в виде масла. Берем свечной ключ на 16. Так, все-таки я обезопашусь и продую еще свечи. Это на случай того, вдруг если какая соринка там есть, чтобы не попала в цилиндр. Нагар хороший, коронарный разряд есть, фирма NGK установлена была. Новые свечи беру оригинальные, номер на общей упаковке. Оригинальная упаковка, номер ее идет 18-846-11070. Ну и здесь показано, как затянуть первый шаг, просто подтянуть, а второй шаг довернуть 3/4 оборота. Ньютона метра не указано, поэтому я
динамо закручивать не буду. Закручу так, как рекомендует завод. Нагар такой же. Нагар у всех одинаковый. Свечку не бросаем, потому что упадет наверняка неровно и электрод загнется нижний. От руки закручиваем. Все, от руки все доверну. Берем ключ и 3/4 оборота. Это если вот так вот взять. Вот так вот. И вот так вот. Это 3/4 получается. Раз. Три четвертых оборота, но что-то как-то, мне кажется, слабовато будет. Возьму я на свой страх и риск, чуть-чуть еще докручу их. По своим ощущениям сделал. Так, устанавливаю катушки на место. Катушки здесь наверняка не прописные, но я их ставлю, как снимал, каждую катушку на свое место. Наживляем болты. И подтягиваем. Если по мануалу, эти болты 9 ньютонометров дотягиваются.
одеваю на место разъемы и фиксирую собачку. Закрываем крышку. На этом все. Замену свечей зажигания я закончил. Всего вам доброго.